Все видео по этому проекту, а также полные версии некоторых серий можно найти на канале в плейлистах или по ссылке в описании. В ходе проекта владельцем был приобретен БУ-комплект пластика от АМГ. На первых примерках бамперов мне не понравились зазоры. От времени полиуретан стянуло как осенний лист. Так было на переднем и на заднем бампере. Я изготовил конструкцию для устранения этого дефекта. Каждой примеркой становилось лучше. Та же работа по зазорам проводилась и с передними бамперами. Во избежание перегрева геометрия менялась мягким нагревом инфракрасными лампами. Далее стояла задача установить молдинги от первого комплекта. Для разметки отверстий я использовал ту же конструкцию. Важно было не ошибиться и не сделать лишних отверстий. Клоны сделали всю работу. Оставалось лишь примерить бампер. Дополнительная информация о ходе проекта публикуется во вкладке «Сообщество» на канале. Ссылки на полные версии роликов, а также новости сообщества можно найти в описании к видео. Между делом начал чистить. Само собой, когда я решу проблему с боковыми кромками, я разберу его полностью и вычищу уже основательно. Но пока в перерывах, так сказать, чтобы не терять время, можно начать чистить боковины. Очистка проходит постепенно с уменьшением градации абразива. Я начинаю работать с пластиком градации P120-180. Заканчиваю P280.
процессе очистки обнаруживаются дефекты. Иногда клоны получаются не самостоятельными. Приходится согласовывать работу. На внешних деталях Mercedes используются два вида пластика. Накладки бамперов и молдинги – это поликарбонат. Он поддается пайке подобным пластикам. Отверстия должны быть как с завода. В
данном месте крепится датчик температуры воздуха. Ремонт выполняется таким образом, чтобы не использовать спаклевку. Он думал, я не замечу. Бампера изготовлены из полиуретана. Запаять полиуретан не получится, так как по составу он ближе к резине. Я использовал ремонтный комплект от 3M. Подробно о его применении можно посмотреть в прошлом видео. Ссылка будет в описании. После полимеризации этот состав остается эластичным. Материал шлифуется для придания нужной формы. Места маркировки я постепенно очистил смывкой краски. Таким образом, чтобы надписи остались неповрежденными. Далее детали готовятся к малярным работам.